Крупная авария случилась накануне в Бишкеке на пересечении проспекта Масалиева и улицы Токтоналиева. Около 20:30 вечера на трассе столкнулись два автомобиля – Lexus и Toyota Camry. Для того, чтобы оценить масштаб столкновения, оба водителя вышли на улицу. Позже между ними случилась словесная перепалка, которая переросла в драку с летальным исходом. Скончался заместитель директора предприятия «Кыргыз Аэронавигация» Маматназар Джакыбаев. По предварительной версии милиции, Джакыбаева толкнули с такой силой, что он упал и головой ударился об бордюр, вследствие чего скончался на месте. Однако есть мнение, что заместителя директора «Кыргыз Аэронавигации» могли ударить тупым предметом по голове. На сегодняшний же день возбуждено уголовное дело по факту умышленное нанесение тяжелого вреда здоровью. Двое подозреваемых водворены в ВВС. Еще одна авария и тоже не обошлось без жертв. ДТП случилось на трассе Бишкек-Ош на участке в Токтагульском районе. Пострадал депутат Жогурку Кинеша Надирбек Каримов и его семья, которая находилась с ним в салоне автомобиля. Травмы и ушибы получили жена, дети и теща народного избранника. 70-летняя мать Каримова скончалась. ДТП случилось, когда семья ехала из Узгена в Бишкек. Парламентарий не справился с управлением, автомобиль съехал с трассы и перевернулся. По некоторым данным, за рулем в момент аварии находился сам Каримов. Накануне утром еще одно ДТП случилось в Кимине. Там авария унесла жизни двух человек. На трассе Бишкек-Нарын-Туругард близ села Кызыл-Октябрь столкнулись два автомобиля – «Мерседес» и «Тойота». В результате погибли водитель одного из авто и трехмесячный ребенок. Три человека получили травмы. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» уснул за рулем. Два дня назад авария случилась в Джумгальском районе. По информации правоохранителей Нарынской области, на трассе в селе Кок-Ой автомобиль марки «Мерседес» упал с моста. Погиб один человек. Случилось столкновение около 6 утра. За рулем автомобиля был 24-летний молодой человек, который ехал со свадьбы. Он также уснул за рулем. Только за два дня четверо человек погибли в результате аварии. Всего же за последние 9 месяцев в стране погибло больше 600 человек. 77 из них – дети. Между тем, пока в Кыргызстане растет ужасающая статистика жертв ДТП, проект «Безопасный город» не удается внедрить вот уже на протяжении 7 лет. Судебные разбирательства вокруг многострадального проекта ведутся и сегодня. Сабина Дамаскина, Элизатор Кентур, Эрлан Кемелбеков, НТС.